1 по 2 октября Южный федеральный университет проводит второй международный научно-образовательный форум, который посвящен обсуждению миссии университетского педагогического образования в 21 веке. Форум прошел с участием Казанского федерального университета. Я думаю, что это возможность поделиться тем накопленным опытом, который у нас существует в отношении международного сотрудничества с ведущими ассоциациями мира, с университетами, занимающими топовые позиции в международных рейтингах. На тематической площадке, организованной в формате круглого стола, сотрудники Института психологии и образования КФУ обсудили возможности сделать доступным для международного пользования исследования в сфере образования. Будут сделаны доклады по поводу международных рейтингов и представлена кооперация с ведущими международными ассоциациями в области образования. Показан наш потенциал в отношении реализации сетевых научно-исследовательских проектов с университетами разных стран мира. И также будут представлены результаты исследований коллег, работающих в НОЦ «Педагогическое образование». Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.